Клянемся беречь независимость нашей страны, уважать законы и укреплять единство белорусского народа. Клянемся! Позади месяц учебных сборов курсанты изучили азы огневой, строевой и физической подготовки. Теперь будущие офицеры готовы произнести слова присяги. Мероприятие такого масштаба проходило впервые. На площади собрались курсанты Академии МВД и Могилевского института МВД. Академию я выбрала, потому что это была одна из моих целей, как бы мечты, потому что я отучилась в кадетском изначально. Я планировала свое будущее, можно сказать, уже 4 года назад. Поступила в Академию целенаправленно, выбирала факультет, исходя из интересов, исходя из того, чем я хочу заниматься в дальнейшем, из профессии, Академии, потому что ближе к дому, роднее, мне так комфортнее, и факультет, который меня устраивает. Министерство внутренних дел приобрело свой особый геральдический символ – флаг. Торжественную и волнительную церемонию чествования нового символа провел министр внутренних дел. Принятие присяги – это одно из самых важных мероприятий в жизни каждого офицера. Белорусская милиция за свою историю всегда, милиционеры были верны своей присяге, верны своей родине. И сегодня курсанты дали эту торжественную клятву. Примеров таких героизма и верности присяги очень много, в том числе и в современной Республике Беларусь. Когда сотрудники милиции, столкнувшись с трудностью, отдали самое дорогое, свою жизнь, для того, чтобы защитить наших граждан. Я поступил на следственно-экспертный факультет в Академию МВД. В семье не было военнослужащих или милиционеров. По своему выбору, по желанию, по зову сердца, так сказать. Это очень хорошая профессия и важная в нашей стране. Очень патриотично быть милиционером и служить своей родине. Хочу поздравить всех с принятием присяги, пожелать всем счастья, здоровья, успехов. А самое главное, чтобы все вот эти мальчишки, будущие офицеры, всегда возвращались домой живыми и здоровыми. Дарья Шманкевич, Александр Мирошниченко, агентство «Минск Новости».